have ways of blowing things up. Burning. No doubt this is the work of the evil Arch Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Minecraft Dungeons, сам Minecraft как-то мне, поиск цели, нет, стрел, прикольно, сам Minecraft, говорю, мне как-то не удалось поиграть, ну, как бы он у меня был, и на Xbox он у меня был, и даже младший кот в него играл одно время, но... Меня эта тема не всегда привлекала, а вот данжи, как вы знаете, меня привлекают. И сегодня еще одна вариация на тему данжей. От Майнкрафта, насколько я понимаю, здесь только графика и тематика. Потому что все остальное, это настоящий данжранер. Почему я не могу? Я не могу эти стрелы подобрать. Мне интересно, мне говорят, у меня нет стрел. Но эти стрелы я подобрать не могу. Я еще не совсем разобрался в механике. Это второй раз, когда я запускаю игру. Первый раз я запускал просто посмотреть, как она пойдет, на каком фреймрейте. Но я сюда в деревню еще не заходил. То есть вот эти кадры я сейчас вижу впервые. И как обычно, все игры, которые я планирую под наши проекты, я никогда их не смотрю. Ни геймплей, ни летсплей, ничего. Я все это сохраняю для нашего первого прохождения, для первого впечатления, чтобы... Воу! Зомбаков. Минуточку, тут же вроде как у зомбаков есть свое имя. Тут они не зомбаки, тут они криперы. Не помню, кстати, надо будет глянуть. Я вообще в этой вселенной не рублю. Но вот пока что то, что я вижу, мне нравится. То есть изометрическая графика и тема даже. А, вот стрелы, пучок стрел. До свидания. Это обучение. Ладно, ладно. Но мне туда, значит, надо сходить сюда. Вы же меня знаете. Я как бы не посмотрю всякие разветвления, не посмотрю секретки, это ж буду не я. Так, хорошо. Цель — победить захватчиков. Меня немножечко настораживает надпись 308 героев. Фишка в том, что вначале мне выбрали, дали выбрать локальную или онлайн игру. Я выбрал локальную, потому что я не хочу в онлайне, не хочу с кем-то еще пересекаться. Я хочу тут побыть один, пройти сюжетный квест. То, зачем я обычно прихожу. Оу-оу-оу-оу. Он в меня попал, кстати. О, они притягиваются, хорошо. Эти джемы, я так понимаю, это какие-то... Деньги. Блин, во мне стрела торчала до сих пор. Инвентарь. Уровень первый. Ясно. Эти перестали уже даже деньги давать. Уже зомбожлобуки такие. А, из этого сразу три выпало. Окей, окей, беру свои слова обратно. Ага. А эти какие-то мощные, кстати, и стрелы... У меня 37 стрел. Меня сейчас, наверное, научат лечиться эти ребята, то есть должны были меня точно задамажить. Хлеб, да! Вот, я взял хлеб, меня это лечит. То есть это было сделано специально. Регенерация в течение 25 секунд. Все-все-все, я понял, как это работает, как хилки работают. Ну, наверное, тут будут еще и другие типы хилок, да? Защитите внутренние врата. Пойдемте защитим. Я же не против же, наверное же. Я знаю, что очень многие разрабы любят в стартовых локациях прятать всякие секретики, когда человек еще не особо понимает механику игры, как все происходит. Они такие, опа, а вот ты здесь пропусти. Ой, блин, что, босс? Эта штука сейчас оживет. Нет.
не эта штука. Новый уровень, что мне это дает? Новые события, дверь открыта, это, конечно, здорово. Второй уровень, супер. Зачаруйте снаряжение, буйство. Выбери чар. Для каждого предмета можно выбрать случайные чары. Выберите сейчас. Целеустремленность обычная. Пустая ячейка. Выбор чары. Буйство. А я не знаю, что это значит. Урон в ближнем бою 10-16. Прочный, надежный клинок. Окей. Я вообще без понятия, что происходит. Буйство или целеустремленность? Ну, давайте буйство. А, тут, блин, можно почитать. Я вас понял. Длительность 5 секунд. После победы над мобом вы получаете шанс с вероятностью 10% кратковременно повысить вашу скорость атаки на 50%. А ты? Повышение урона, наносимого раненым врагам. О, я бы вот это взял бы на самом деле. То есть тут можно еще две чары потом. Я понял. О, отлично. И на луке можно выбрать. Значит... Залп. Дает шанс в то время выпустить несколько стрел. 5! В скобках. Почему не 5 стрел? Ладно, хорошо, шанс. Дает шанс 30% вызвать отравленное облако, поражающее всех врагов в зоне на 3 секунды. Выпущенный снаряд застреет. Разрастается в полете, наносит дополнительный урон удаленным целям. Чем дальше это для снайперства, да? Максимальный урон 25%. Выпущенный снаряд разрастается в полете. Наносит дополнительный урон дальним целям. То есть это у нас залп. Шанс срабатывания 20%. И потом еще качать его нужно. Дает шанс вызвать отравленное облако, поражающее всех врагов в зоне на 3 секунды. Наверное, давайте вот это. Если я буду стрелять по толпе, это возможно. Давайте вот это. И вот, наверное... А, я не могу, мне в принципе одно было, я меч улучшил, блин, я молодец. Хорошо, хорошо. Надо было сразу посмотреть, но я же говорю, как вначале разбираешься с механиками, надо понять, как это все работает. Пирострелу подобрал. Их берут еще правой кнопкой. Ага. Но она же у меня... Сколько их у меня? Ладно, сейчас посмотрим. Мне же придется в кого-то стрелять. Тут есть рычажки. Стреляйте у врага с помощью этого мощного артефакта. Можете одной стрелой поразить нескольких врагов. Отлично, попробуем. Ага, вот как это делается. Окей. Жалко, она одноразовая. Ну и как? Там явно сундук есть. Блин, знаете что? Здесь очень такая приятная музыка и... Блин, я хочу тот сундук. А, ладно. Стоп. Она перезаряжается. Нет. Да, короче, эта штука просто перезаряжается долго. Я теперь только обратил внимание. Ну... А как мне, может, я смогу как-то выстрелить, чтобы оно попало? Блин! Я такой, а что такое пробел? А пробел это у нас перекат, вот как я туда попадаю. Окей, окей, я понял. Вот, все, я понял, как это работает. А, я не знаю, как здесь сейвиться. Минуточку, и... Это баночка. Ага, баночки у нас, как в Диабло, тоже идут на время. Все, я понял. Ясненько, понятненько. Минуточку, там наверху тогда может что-то быть. Мне кажется. Но я туда не попадусь сейчас, наверное.
То есть у меня есть перекат, но у меня нету прыжка. Это так это работает. А зачем мне сюда? А камеру? Камеру я повернуть не могу, понятно, я просто стрелу потратил. Мне нужно Б, наверное, ЕБ понять, могу ли я... Камера поворачивать не могу, вот это единственное изображение, которое я могу получить. Ну или я потом посмотрю в опциях, но вот то, что я сейчас попробовал... Ой, это была заряженная стрела. Я просто стрелы трачу, черт. Овца! Пасется! А сюда зайти не могу, хотя лестница есть. Ну, по-моему, это немножко несправедливо. Блин, тут, знаете, тут очень красивые виды. Я понимаю, что все это делается со скидкой на майнкрафтовую графику, все дела. Но тут очень красивые виды. Мне нравится. По атмосфере, по тому, как здесь все нарисовано, как здесь все... Не знаю, мне нравится, здесь классно. Здесь что-то. Ну-ка, обустроить лагерь. Ну давай обустроим. Победа! Отлично. Сундучок. Давайте. Удочка. А. Надежный спутник каждого искателя приключений пригодится не только на рыбалке. Лагерь. Там чувак, который... Это Дами. Прикольно. Ладно, ребятушки. Леса криперов. Да, это криперы. Значит, я правильно запомнил. Побережье кальмаров. Леса криперов. Заблокировано, заблокировано. Офигеть! Суровая зима, DLC. Надо будет вообще разобраться, что здесь обязательно, что здесь не обязательно. Ну да, начать миссию тогда. Леса криперов. Криповые леса, блин. Ну, я так понимаю, что все-таки это сюжетка, и мне бы тогда хотелось бы это пройти. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Блин, мне нужно было сначала в лагере покопаться. Я не думал, что начать задание будет вот так вот, типа что... На таб есть карта! Это рефлексы, оставшиеся от Диабло, если что. Вот эти все... Минуточку, а уровень я... Не набрал новый, то есть у меня новых чар нету. Где мне посмотреть вообще новые зачарования? Нету нового. Вообще ничего нет. Удочка есть. Надо посмотреть, кстати, что делать с удочкой-то. Может, я что-то могу нарыбачить себе. Блин, ночная локация сходу. Прикольно. Что здесь? Это же не зря сюда проход. Блин, зря. Ну, не то чтобы зря. Тут, конечно, очень атмосферненько. Но, блин, я хотел бы... Чё-то хотел бы, наверное. Ладно. Забейте. Ну, пока что этих мы раскидываем неплохо так.
У меня регенерация. Что мне дало регенерацию на 3 секунды? Ой, на 20 секунд. Уйди от меня. Я потом посмотрю, что там за Лукецкий, что там, где и как. Я просто хотел пройти вперед, пока регенерация, если меня коцнут. Кстати, может, стоит пострелять немножко. Стрела застряла. Я подобрать ее уже не могу, блин, жаль. Иди отсюда. Тут ничего такого нету. Освободите селян. Да. Это наша задача с вами сейчас. Пока их не настигла жуткая участь, как нам сказали, да? Так, криповенькие вы наши, идите сюда. Зелье силы? Есть! Врубаем берсерка! Неплохо так. Кстати, за это спасибо. Удочка, надо будет попользоваться, наверное, здесь. Я освободил чувака, круто. Это же не на время, я надеюсь, задание-то. Так, давайте, знаете что? Нет. Да, блин. Я немножечко еще путаю кнопки иногда. Новый меч я подобрал. 10-16, 10-16. Они одинаковые. Но у этого другие зачарования. Вампиризм. Победа над мобом позволяет вам восстановить немного здоровья. Объект установлен... Объем восстановления зависит от максимального здоровья моба. Ага, понятно. Я еще не разобрал до конца. Повышает шанс упадения разных потерялов без мобов. Это хорошо. За некоторыми вашими атаками моментально следует еще одна атака. Блин, а вот это реально круто. Минуточку, это... Вот, удочка. Артефакт удочка. Меч я пока менять, наверное, не буду. Минутку, что это сейчас было? Я воспользовался таким образом удочкой? Я думал, там порыбачить можно будет. Я заберу, спасибо. Ладно, значит, удочка — это артефакт. Зажигательный — это у нас артефакт. Ой, это тоже иди сюда. Получается, удочкой можно притягивать что-то. Так я понял. Хорошо, хорошо, учтем. Пойдемте дальше. Пока мне хватает урона, пока мне хватает всего. Но я думаю, в будущем мне пригодилось бы... О, стрелы, прокачечка. Так. Не, чувак, без вариантов. Зачем я сюда иду? Что это? Это данж? А, собственно, чего я удивляюсь, если я в данже играю? Жуткая крепота. Спасибо. Круто, это просто доп, да? Офигеть. Так, получим достижение. Ха, я потом гляну, что я понасобирал. Это было зря. Это было зря. Я же говорю, я просто не знаю всех этих механик и как это работает. Здесь бы это смотрелось бы гораздо лучше, то, что я сделал.
Быстрота. Друг молодежи. Это был второй выход из данжа. Где я оказался вообще? Стоп, надо... Ого, это как я сократил! Серьезно? Неплохо. Я бы сюда еще зашел, на самом деле. Я не уверен, что я там был. Мне бы хотелось обыскать эти уголочки. Ну, мне нравятся такие шорткаты, такие продуманные темки. Не знаю, мне нравится, прикольно. То есть в данже ты заходишь, ты сокращаешь путь, и заодно ты бьешься с мобами, что дает тебе некоторые потом бонусы, преимущества. Давайте тогда посмотрим, что такого там нафармил-то. У меня броньки нету до сих пор, да? Это доспехи охотника. 25 здоровья, стрел на пучок, плюс 10, урон в дальнем бою 30%. Доспехи охотника не самые красивые в мире, но остановят клинок врага. Редкая. Тут защита 8, кстати. Тут защита 3. Урон в дальнем бою плюс 30. 8 здоровья, оно меньше дает. А какие здесь модификации? Отражение. Дает больше шанс отразить снаряды. Так, так, так. Это при активации артефакта вы восстанавливаете много здоровья. Кстати, неплохо. При кувырке создается огненный след. О! Но это редко. А почему она хуже, если она редкая? Тут какие-то особые модификации? Кувырок бьет молниями 3 врага поблизости, нанося им урон. Если у вас полное здоровье, вы наносите повышенный урон в ближнем и дальнем бою. А вот тут, кстати, неплохо. Гляньте, он мне тут показывает, что теперь она хуже по данным. Да, точно, смотрите, тут сундучки, я их мог спокойненько так пропустить, если бы не пошел сюда. Так, отличнейшее. А здесь у нас что? Просто? Не знаю. Да я просто дверь увидел, сразу ломанулся туда, и мне стало интересно. Ну, давайте еще раз сквозь пройдем, нам тут просто быстрее будет. Минуточку, в самом данже есть ответвление, в которое мы не ходили. Мы просто прошли насквозь, и все. Окей. Уже не зря зашли. Привет, ребят. Доспехи волка! Теневая форма. Блин, сколько тут всего. Блин, меня это тоже жахнуло. Ну, надо было об этом подумать. Это логично, то, что меня динамит тоже взорвет. Я... Что-то просто кинул в толпу, хотел их залюрить внутрь, а получилось... Ой, новый уровень. Хорошо. А получилось, что меня самого жахнуло. Ну, да, опять же, это логично, это моя глупость. Ну, как-то вот так вот. Так, ладно. Из того, что я понял, давайте разберемся. Так, 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 доспехи. Они тоже... Они один вообще дают. Один здоровье, аура увеличенного ущерба от оружия. Зелье лечения влияет на ближайших союзников, ну, которых у меня пока что нету. Бронька красивая, но я ее не буду одевать. Вообще, прокачка... Ой, блин. Я прокачал меч. Получается, что у меня, да, вот одно очко прокачки. Я тогда пока что поэкономлю. Оно одно за уровень появляется. И нужно его очень бережно расходовать, потому что шмоток у тебя может быть куча. Но сделать даунгрейд, насколько я... Блин, там сверху это то, что мне кажется. Ну, сделать какой-то даунгрейд, наверное, не получится. Или для этого нужно что-то еще, или я просто не знаю. Поэтому я пока что поберегу очки прокачки. Ну, пока у нас все неплохо идет, пока нету нужды в чем-то особом таком. Хотя все эти модификации выглядят очень круто. До свидания. Хедшот тебе в ногу. Ну, да, насколько бы это глупо не звучало. Так,
Надо чаще пользоваться картой, а то я могу провтыкать очень много всего. Наверное, на первой локе тоже следовало бы пользоваться картой, но я тогда еще не знал, что она на тап. Опять же, я не люблю перед игрой заходить и смотреть всякие настройки, то-то, сё-то, потому что вам могут просто спалить. Например, в том же Думе у меня так случилось, когда ты заходишь проверить какие-то настройки, а тебе там говорят на первую... Оу! Больно вообще-то. На первую кнопку одно оружие, на вторую другое, и так тебе, таким образом, тебе спалит все оружие, воу-воу-воу, которое у тебя будет в игре. Я понимаю, что это не такой же секрет, но все равно, мне не хочется какие-то спойлеры, поэтому... ХП-шку надо восстанавливать. Не попал. А, мне сюда! Я понял, значит, сначала пойду туда. Ты постреляй. И они убегают сразу, убегают такие. Начинаешь забегать в толпу, они такие разбегаются. Нет, не надо, не бей нас. А что вы тут охраняли? Тут такой кармашек хороший, тут должен быть какой-то сундук. Ну, ребят, ну не может быть такого, что куча стрелков, кармашек, и они тут ничего не охраняли. Ну, в данжах так не делается. Послушайте звук, который эти грибы издают. Я думаю, кто это воет? Это грибы, блин, такие. У-у-у. Ну, не знаю, немножечко подозрительно, что такой закуточек, и там ничего не было. Или это я слепошар, и я что-то пропустил, так что кто его знает на самом-то деле. Черт, я понял. Этих ребят лучше к себе не подпускать. Они недружелюбные! Если они по одному, то их можно высекать. Если... Ширась. Неплохо. Овца. Овцу я трогать не буду. Но она же овца. В общем, если их убить, то они не взрываются. Но если они подходят к тебе, они взрываются. Это крипово. Наверное, поэтому они криперы. Овечко. Овечко, живи. Я тебя не трону. Не трогай овцу! Они прикрываются овцами, коровами. Это нечестно. Прикрываются мирными жителями. Так это не делается. Корова, уйди, пожалуйста. То есть они вообще без зазрения совести берут и просто прикрываются животными. Это какие-то дикие лесорубы. Вы кто вообще? Оп, я вижу, что я хочу открыть. Маги? А, это баферы? Маги-баферы. На самом деле прикольно. Ну, то есть, хорошее разнообразие мобов никогда никому не вредило, это же круто. Бычочки. Я уже забыл вообще про удочку. Так, здесь... А, здесь просто большая территория открытая. Я понял. Ну, пойдемте. Нет. Так, вот. У меня меч перестал срабатывать с первого раза.
Но пока терпимо, на самом деле, мне хватает скорости атаки, просто отбиваться от них по два удара. Вот это местечко. А, то есть можно было пройти вот так. И обойти это все? А зачем? Вроде как туда можно пройти. Опять же, зачем? Что здесь? Очень много таких потенциально классных нычек для каких-то сундуков, для чего-то такого, но я не вижу сундуков. Огонь меня бьет или нет? Не, я не могу наступить на огонь. Хорошо. У тебя барашки такие легаются. Так. А, нет, не бей его. Зелье ускорения. Ускорье зеления. Ох ты, что тут творится? Это пауки. А вы что делаете? Вы прыгаете? А, вы замедляете. Все, я вас понял. Там вход. А вход, ну что, вход пропускать что ли буду? Пойдемте. Я сейчас чей-то дом обношу, если что. Я бы хотел почитать это все, если бы можно было бы. Было бы круто. Что это за звук был, как будто кто-то сдувается. Ладно. Не знаю, пока что по механикам, потому как тут все сделано, мне очень сильно нравится, как все это выглядит. Не попал. Не попал. Так, какие-то земли пауков. Вот, короче, как только меня ловят, пора убегать, а то они меня будут заплевывать. Еще в таком старом стиле все разлетается. Не то, что оно выпало и к твоим ногам, как в современных данжах. Там что-то выпало и бах, и разлетелось вокруг тебя. И ходи, собирай. Хорошо, тут хоть притягивается все. О, сундучара. Меч. Так, с мечом мы разберемся. У меня пока есть скорость и динамит. Я, пожалуй, схожу. Это как трежер гоблин, я так понимаю, да? Ага. Ох ты ж. Нет! Барашку убьет! Секунду, ребят. Тогда что за меч? 10, 16, 11, 17. Он немножечко получше. Без модификации. Кстати, какая у нас тут? А, вот так можно менять, кстати. Неплохо, да. Целеустремленность, повышенный урон. А, повышенный урон нанесение максимально... наносимое раненым врагам. А, блин, это у меня с модификацией, это просто чуть получше. Но давайте я с этим немножко похожу. Мы посмотрим, как это все будет работать. Просто подряд всех освобождаем. Неплохо. Все такие попали под сдачу. Припасы я возьму. Ого! Дядька, ну ты здоровый. Как будто какой-то алтарь, знаете, так выглядит. Интересно. Давайте я освобожу этого последнего чебурека. И посмотрим, что будет дальше.
Не, почему-то могилу выхожу мечку. Тут нельзя читать надгробия. Всегда в играх можно читать надгробия. Вы чё? Найдите выход. Найдите выход из сложившейся ситуации. Пойдемте, найдемте. Я не против. Это довольно интересно. Так, ну да, там вон, я слышу, уже ворота открылись. Тут мы быстренько все обошли. Топор! Не трогай меня. Он такой только начал, начал тетиву натягивать. Я к нему подбегаю, он начал убегать. Думаешь, ты убежишь? Ты ошибаешься. О! Ну, 400 стрел, я могу не так уж и экономить. Взяли скорости. Так, я, похоже, иду уже прям куда-то, погодите. Выход сюда? Или туда? Вы мне предлагаете два варианта выйти? Тут какой-то некромант был, смотрите, из могил что-то воскресает. Минус маг. Оп-оп-оп. Сюда я зайду, пожалуйста. Барашка, пропусти-ка меня-ка. Какой-то крутой чувак. Новый уровень, новое зачарование. Как бы не разочарование. Это выход, я так понимаю, да? Минуточку, а с другой стороны что? Ну, блин, я бы хотел посмотреть, что там. Это же интересно. Интересно, зависит от того, какой выход я использую или нет? Или там вообще... Ну, я туда начал идти, и мне туда начали показывать выход. Я бы посмотрел. Такие звуки, как будто тут еще что-то зомбяческое такое ходит, но я не слышу. Может, потому что это кладбище? Ну, не знаю. Такое ощущение. Да, наверное, это потому что кладбище. Вот до сюда я дошел. Во-во-во-во! А! Я чуть корову не убил. Живи, корова. Хэштег живи, корова. Надо будет не забыть посмотреть потом топор, который вроде как больше урона может наносить. Фига себе, тебя бафнули, блин. Ты и так был непробиваемый. Так тебя еще и набафали, вообще стал каким-то танком. Иди от меня. Блин, отпусти. Так, ну тут как минимум сундук. Что уже неплохо, не зря сюда сходил. Тут ничего. Знаете, я предпочитаю такие места все-таки обходить очень хорошо, потому что... Так, блин, пропусти. Нет, знаете, это дополнительно. Да хорош меня лупасить, блин, стоит, секирой машет. Да, тут тоже ничего нету. Видимо, это или рандомное распределение сундуков, или еще как-то это работает. Но мы сюда пришли, нашли сундучок, нарубили опыта, и я этому уже очень рад. Поэтому теперь просто валим на выход. Это моя удача. Всегда, когда хочу найти какие-то дополнительные нычки, дополнительные места,
а всегда попадаю в те места, куда мне нужно. То есть указатель говорит, вон тебе туда, и все. Очень прикольно, что они сделали зелье восстановления, и многие механики, как из Диабло, ну, я как большой фанат Диабло могу сказать, что здесь очень многие вещи похожи, и это круто, потому что Диабло это довольно-таки, ну, можно сказать, наверное, самая большая величина в таких играх, поэтому равняться на них и делать вещи как у них, это круто. These villages are free from the clasp of the illagers. All thanks to you. Да, спасибо, пожалуйста. Путешествие в лагерь. Получается, что я делаю вылазки. Окей, я понял. Ботинки скорости, да. Купец. Сундук. Это сундук, где я могу хранить все мои вещи, да, я так понимаю. Забрать. Не, это просто выбор миссии. Ладно, ребятки, тогда... Давайте на этом моменте мы с вами закончим, продолжим в следующей серии. По-моему, офигительно получается. Ну, то есть, игрушка сделана очень круто, очень классно. Мне нравится, я надеюсь, вам тоже. Все, ребятки, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек, всем покеда!